Сокращения пройдут при формировании новой структуры администрации Краснодарского края. Об этом сегодня на сессии законодательного собрания сообщил губернатор. Вениамин Кондратьев добавил, что в ближайшие 5 лет увеличивать количество сотрудников не будут. Также стало известно, что в новом штатном расписании объединят несколько министерств и департаментов. Например, одним целым станут Министерство образования и Департамент молодежной политики. Это не просто оптимизация или просто слияние квадратиков. Каждый квадрат прежней структуры подвергался мною анализу, и в том числе и численная его наполняемость, и компетенция. Там, где нету компетенции или она минимальная, то, конечно, министерство или департамент быть не может, даже управление не нужно. Не нужно надувать щеки, если там просто воздух. Количество структурных подразделений администрации края и органов исполнительной власти на сегодняшний момент 53. А вот в пределах структуры, которая вам сейчас предлагается, остается всех вместе 39. То есть вот это результат того, что многочисленное руководство должно быть сконцентрировано на задачах, а не на собственных портфелях. Изменения произойдут и среди вице-губернаторов. На их должности утверждены 9 человек. Из старого состава, назначенного сразу после прихода Кондратьева, останутся только 4 человека. При этом отсутствует должность первого заместителя. Вениамин Кондратьев такое решение объяснил необходимостью более тщательного личного контроля за вопросами, ранее отданными первому вице-губернатору.